С вами маг и чародей Антон Чалей. И сейчас мы поиграем в самую наркоманскую игру. И я просто в шоке, как вообще можно было ее сделать. Вернее, почем, если вы понимаете, о чем я. С первых секунд игра не внушает доверия. Так, у нас есть какой-то чувачок, мы можем управлять им? Да ладно. Оп, и мы можем рубить. А, подождите, огонь до сих пор горит. Я его как бы затушил, но он каким-то темным пламенем горит. Надеюсь, игра вся не будет черно-белая, а то как-то не очень. Какой-то грустный квадрат, оп. Оп, мы его зарубили. Какой-то был 25-й кадр, вы заметили? Так, это вообще что? Зарубили этого чувака? Просто игра вообще зашкаливает. Так, детям нельзя входить. Вот ты, блин, мы даже его срубить не можем. Так, берем вот этот вот клевый динамит. И... Все, нам вход свободен. Так, какой-то зеленый барсук. Так, этих надо, походу, рубить. Пианинный агент. Чувак с галстуком, его тоже можно вырубить, короче. А вы хотите что-то выпить? Короче, вы хотите купить алкоголь? Я залил его себе в глаз. О, так, это, походу, мы играем сейчас за алкоголь. Выбиваем все оставшиеся зубы у чувака. Просто это сплошная наркомания. Так, выбили все зубы, походу, ну, один все-таки у нас остался. Так, ну, давайте пойдем куда-нибудь еще. О, мы заметили какого-то чувака, который повторяет движение за нами. Так, что нам с тобой делать? Ну, поперли. Ты должен убить президента на боксерском ринге. Использовать мою машину. Чуваки, что вы курите? Чух-чух, мазафака. Слон, еще слон. Ракета радиоактивная, слон, ну половинчатый слон. Еще ракета, половинчатый слон, ракета. Половинчатый слон. Все, мы приехали на ринг. Так, все, появились. О, у нас даже есть жизни. Мы с каким-то сражаемся непонятным чувачком. Он от этого как-то не умирает. Мы ему что ли бороду бреем или что? Какой-то парень идет вот таким образом. У него слишком тяжелая голова. Перевешивает походу. Мы в каком-то непонятном коридоре масонов что ли? Так, да, мы идем в какой-то лифт. Оп. Вот это поворот. Я кролик. Представься. Мы опять нормальные. Так, о, мы прошли этот коридор. Зайдем туда. Графика хуже, чем в Майнкрафте. Куда уже, в принципе, хуже. Так, хорошая работа. Нужно бежать. Так, бежим. Так, я капитан этого корабля. Нихера себе. И что нам с тобой делать? А, побрейте меня. О, нифига себе, капитан. О. По-моему, это я, мистер президент. О, какой-то портал в будущее, что ли? Так, нас догоняет темный чувак. Мы заходим в портал, нам нужно зайти в портал. Чувак, в чем твоя миссия? Идем дальше. Это игра вынос мозга. Так, мы можем ее, походу, побить, что ли? Нашим морякам нужно взять это на заметку. Смотрите, как все тут грамотно придумано. Интересно. Акула такая просто охреневает от всего происходящего. Тут все сделано. Удочка специальная, и акула плывет на червяка. О, мы походу убили эту чувиху. Так, нифига себе. Так, и что мне тут надо сделать? Что-то все не очень хорошо. О, мы нашли какой-то офигительный ключ. Ключ от ее сердца. Ну чё, пошли, мы достали какой-то ключ. А, подождите, мы можем отпустить эту акулу, по-моему, да? Я так думаю. Все, отпустили эту акулу и потонули. Чувак логичный, пипец. Так, все, он выбирается. Что ты хочешь делать? Он достал пистолет. Так, он по нам стреляет. А что нам нужно делать? Нам нужно по быструхе пробраться до него, я так понимаю. Он нас отстреливает, а мы какое-то странное животное, короче. Так... О, парень, извини, это наша работа. Нам просто агент на пианино нам сказал тебя убить. Вот, и срубим это дерево. Так, нам нужно вытащить все зубы, что ли? Или что нам нужно сделать? Вытащить этот маленький зуб? А, подождите, этот чувак, который рубасил всех топором, он очень был похож на зуб. Все?
конец игры. Я же вам говорил, что это самая поротая игра. Но я могу предположить, что это был какой-то радиоактивный зуб, был вставлен президенту. И поэтому президента очень сильно шатало. И у этого чувачка были галлюцинации от радиоактивного зуба. Ну и в итоге он умер. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд, их там очень много. Сверху это геймблок этой игры, снизу это Magic Lock, это фокус. И с этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные попадают сюда. Всем пока!